Снег фигачит вовсю. Собачий хвост тоже не очень рад такой погоде. Как и я. Да? Как жизнь? Все завалило, намело, снега куча целая. И дубак стоит. Минус 20. Эй, котята! Как я люблю зиму, а? Зимой приходится готовить вот в такой вот прекрасной обстановке. Вот такое силище выковырчило всю землю. Но все равно застряло в глубоком таежном лесу. Трактор инвалид. Он полз и не дополз. Опа. Зима – это далеко не самое мое любимое время года. Но надо признать, что зима бывает очень красивой. Тут не поспоришь. План возвращения обратно. Чебурашка, да? Да. Марьян, как ты это делаешь, а? Гитара. Как? Это гитара? Да. Ну-ка, посвети еще. Анатолий, чебурашка из гитары. Можно вечно смотреть на огонь, на то, как другие работают, и в телефон. Марин, ты любишь зиму? Ну, она красивая. Какая красивая? Лес красивый. Да и зима. Начинается новогодняя суета. Ура! Тихонечко, ей нужно аккуратно. Кто там прыгает? Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем? Нет. Ариш, ну стой, ты что такая мокрая? Падалась в следующий раз. Ты под дождь попала, что ли? Нет. Разве дождь зимой бывает? Нет. А где ты так намокла? Бывает снежный дождь. Ага. Снег это вода. Да ты что? Да. Кто тебе сказал? Кто? Елена Ивановна. Это кто? Учительница моя. Понятно. Подружка? Нет, учительница. Олежка, тебя не видно. Новый год – это праздник настолько мощный, бьющий по ностальгии, что просто прям столько воспоминаний нахлынывает. Вот эти вот игрушки я вешал на елку, когда Ариш был в твоем возрасте. Вот такие вот игрушки. Мне тоже было 7 лет. Я их вешал на елку. А теперь ты их вешаешь на елку. Офигеть. Вот так вот, к сожалению, заканчиваются детские воспоминания. Эх, все не навсегда. Энергия дается тебе на время, и потом ее придется вернуть.
Офигеть, просто такое буранище. Не видно ни черта. Ну что, берем его на шашлык? Да. Давай. Кроличий шашлык. Охренеть. Убес? Стоит 200 рублей. Доставка дидей. 200 рублей. Сейчас укусят тебя, Арин. Какой красивечный лес-то, а? Какой классный пейзаж. Жалко, только холодно. Это вообще просто супер. Но если бы не было холодно, то не было бы так красиво. Нам Дед Мороз подарки подарил. Ух ты, а тебе что дали? Ножище. Красивое. О, несется мой волкодав. Давай быстрее, бегом, 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 бегом. Бш. Офигеть, сколько солнца. Я даже глаза разлепить не могу. На ветках одни капельки. Чувствуется, что весна не за горами. Ползем уже 150-й километр. Устали, забурились в самую глубь тайги. Видели медведей, жирафов и ослов. Красота-то какая! Красота была неимоверная. Вот какая красота. Это прям единственное, что спасает от зимней вот тоски, вот от этой вот этой вот оладушки от моей драгоценной жены. Женушки. Женушка, спасибо тебе большое. Жена-то где там? Осталось еще 2 месяца. Самые-самые тяжеленные для меня. Нет света, нет тепла, ничего нету. Холодно и серо, и кошмар какой-то. Еще 2 месяца. И все закончится. Снова пришло. Солнышко. Где мы? Почему за рубеж? Захоронили их и лежат они спокойно. Никто их не трогает. Буквально только 15 секунд запахло весной, и снова вот такая вот пиролина. А? Ну что за фигня?